ощущения, когда ты выступаешь перед камерами на ТВ, естественно, новые, потому что мы никогда этого не делали. Чуть-чуть как бы волнительно было. Эта команда – лучшие бибои России и, возможно, мира. Было приятно услышать профессиональный отзыв от Егора Дружинина. Это, правда, не отменяет того, что им будет архи тяжело в этом проекте. Мы выбрали направление такое, как лезгинка. Несмотря на то, что я там хореограф, перестроиться с брейка на что-то другое – это достаточно сложно. Мы должны показать уважение к этому стилю танца, потому что традиции этого танца, они очень глубокие, они очень важны. Мы всю жизнь пытались быть кривыми бибоями, которые представляют улицу. А здесь нам нужно кардинально перевоплотиться, то есть красоту тела, выправку вот эту показать. Мы учим хореографию, которая нам чужда. Не болтаем, прям все четко. Четкий линий. Мы чуть-чуть, наверное, пожалели, что мы выбрали лезгинку, потому что никто из нас не танцевал ее. Я думаю, мы удивим вас этим номером.